Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. А сегодня мы с вами столкнемся с игрой под названием Stickbolt. И это такая оригинальная интерпретация всем известной игры «Вышибалы». Но если вдруг планеты сошлись таким не самым удачным образом, что кто-то из вас все же не знаком с этой игрой, то это та игра, в которой вы берете мяч, бросаете в другого человека, и этот человек выбывает. Но думаю, в школе точно все уж играли в «Вышибал». А разработчики этой игры попытались превратить простую школьную игру в настоящее эпическое приключение, и мне кажется, может выйти что-то очень даже неплохое. Может быть, даже если вам понравится, я эту игру попрохожу немного. Ладно, давайте начинать, и конечно же приступаем к сюжетному режиму. Поехали, игра. Давай, покажи, на что ты способна. Выбираем слот и... Буду я играть с другом или с компьютером, но... К сожалению, друзей у меня нет, по крайней мере, рядом, поэтому придется играть с компьютером. Окей, компьютер, давай, не подведи меня. Надеюсь, с тобой мы станем чемпионами вышибал. Так, нужно выбрать уровень сложности. Ну, я не знаю, казуал, профессионал. Выберу профессионала. На казуале, мне кажется, будет слишком уж просто играть. И начинается все с разминки, и это, я так понимаю, будет обучение, да? Эх, обучение. Хотя, если учитывать, что я в игру только начинаю играть, наверное, обучение стоит пройти. Ну и, как я говорил, тут будет эпический сюжет, поэтому, конечно же, есть сюжетные вставки. Давайте посмотрим, с чего все началось, почему вдруг люди решили играть в вышибал и вышибать друг другу мозги, бить мечом друг другу по лицу. И это довольно жестокая игра, должен признать. Да, действительно, можно нанести немало травм, но это весело, черт возьми, вышибал, и это всегда было весело. Я всегда любил вышибал. Так, и какой из этих чуваков мой персонаж? А, видимо, вот этот Бьёрн. Я не успел прочитать, это клубничный шторм. Эй, я не успел прочитать что-то про жвачку. Зубы укрепляет, силы прибавляет. Это ты про жвачку говоришь? Сегодня финальная игра, приятель. Точно, расслабься, я сделаю так, чтобы мы вернулись домой с золотом. Для победы нужна команда. Ну, мы и есть команда. Команда это я, а еще самый крутой игрок в стикборд в этом зале. Ха-ха-ха. Кто из них я не понимаю. Мне напомнить вам о прошлогоднем финале. Но ведь мы выиграли серебро. Мы проиграли золото, Джером. И этому не бывать снова. Да, злой Санта-Клаус. Этот чувак явно похож на Санта-Клауса. И почему он злится, и почему он заставляет нас играть в вышибал? И неужто вышибалы стали в параллельной вселенной игрой олимпийских масштабов? Двигайтесь, возьмите мяч. Окей, я взял мяч, и теперь я могу вышибить кому-нибудь мозги. Давай, Санта. Ты мне не нравишься, ты какой-то слишком агрессивный и злой. Я думал, Санта добрый и дарит подарки, а ты, кроме ненависти, мне ничего не подарил, поэтому ты будешь страдать. Но, к сожалению, страдаю я, и Санту достать не получается. Ладно, буду пытаться своего напарника кинуть. И я все-таки играю вот за этого рыжего чувачка. Карстен, не стоит нервничать. Хорошо, время поработать с прицельными бросками. Блин, за сюжетом будет следить, думаю, сложно, потому что, ну, реально быстро как-то они... Быстро говорят, не успеваю читать. Ну, хотя, думаю, вы и сами можете прочитать. Так, нужно вышибить ему, да, голову? И что? Ну, это же жестоко, Санта! Этот чувак даже не пытается сопротивляться. Что это за подопытная крыса в виде человека? Эй, я должен это сделать. Я хочу вот так вот, да, отлично. И что? Это его пот или его слюни, которые вылетели изо рта при ударе? Ха. Запускайте остальные мишени. Что? Это школьный зал? И что происходит? Почему? Подождите, у меня есть борода. А это что ли школьники, над которыми мы издеваемся? Нет, ну вон у чувака тоже есть борода. Хотя бывают школьники с бородой и... Да, я такое много раз видел. Черт возьми, это... Это жестоко. Хотя, может быть, я уже и не в школе, а в каком-нибудь университете. Так что нормально, нормально. Можно позволить себе немного причинить боли этим маленьким квадратным забавным чувачкам. Ой... Чувак, прости, я не хотел покалечить тебя. Ты настолько сильно пострадал, что ты просто испарился. Что это за мечи аннигиляции? Они просто расщепляют врагов на атомы. Помоги мне. Нет, чувак, сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Ладно, ладно, так и быть, ты же мой кореш. Хорошо, хоть мы с тобой вроде бы как немного повздорили, но... Мы должны действовать как единая команда. Передавайте пасы друг другу. Хорошо. Оба! Оба! А, я могу сразу одновременно двумя играть, то есть когда я передаю пас, я переключаюсь между персонажами, хорошо. Будьте начеку, научитесь уклоняться. Как уклоняться? Ага, на пробел, я понял, хорошо, будем уклоняться. Ну и Санта теперь...
Эй, Санта, я думал, ты наш тренер, а если ты тренер, то ты должен и сам уметь неплохо играть в вышибал. А ты используешь для этого чертов машину. Эй. Ладно, ладно, Санта, я еще доберусь до тебя. Я смогу тебе отомстить, надеюсь. Все еще впереди, подожди. Думаете, вы готовы к сегодняшнему вечеру? Ну, естественно. Посмотрим, как вы справитесь с парочкой любителей. А вот, собственно, и эти самые любители. Ну, окей. Эй, ты... Что это за косплей на моего главного персонажа? Ты отрастил такую же бороду? Это не круто. Так, ну хорошо, давайте попытаемся схватить мяч. Нифига себе! Нифига себе! А говорили, что это любители... Че эти любители творят? Так, подождите. Когда мяч оказался у черного парня, я не смог им управлять. Он сам автоматически передал мне пас. Ладно, хорошо, получи пас. И да, все-таки управление переходит ко мне. Окей, хватай мяч и получи. О, да. А можно ли в прыжке схватить мяч? Офигенно, можно быстрее хватать мячи. Стоп, не бери его. Эх. Ой, хорошо. И получи. Блин, нужно успеть нанести второй раз удар, пока у нее над головой звездочки. Это женщина. Чувствую ли я какую-нибудь жалость к ней из-за того, что это женщина? Чувство стыда есть ли у меня? Нет. Она сама выбрала этот путь, она сама пришла на арену, где сражаются настоящие мужчины, значит, она готова была к этому. Поэтому, дамочка, не обижайся, если вдруг твое лицо окажется разбито просто в ноль и будет все в крови. Это вышибалы, это игра для настоящих взрослых чуваков, для мужчин. Так что, никаких обид, все нормально. Ха. Блин, вот только меня напрягает, что мяч довольно-таки далеко улетает и приходится за ним бегать. Блин, промазал еще к тому же. Ну, ай, дай мне мяч. Я хочу дамочке дать люлей, а она постоянно убегает. Она неплохо уворачивается, должен признать. Ух, походу я сломал тебе немного ногу. Но ты прости меня, я хотел это сделать, но все равно прости. И мои чуваки настолько суровые, что они просто издеваются над противником и начинают танцевать. У женщины разбито лицо, а они танцуют буквально на ее могиле. Что не так с этими чуваками? Так, мяч опять оказался у них. Какие же они любители. И смотрите, как четко они делают. Они бросают мяч, он сразу же отскакивает от конца зоны. Эй! От конца зоны и, в общем-то, попадает им опять в руки. Это как-то жестко. Можно ли его как-то перехватить этот? Оп! Можно перехватить мяч в полете. Я понял, буду пытаться тоже это сделать. Так, опа-на. И не убегай. Хорошо. Больше всего... Вреда мне приносила как раз таки дамочка. Она намного жестче, чем этот мужик. Ему должно быть стыдно, что женщина играет в вышибал лучше, чем он. Да, победа. Победа, несомненно, это победа. Надеюсь, дальше игра будет поразнообразнее. Ну и, в общем-то, первый уровень пройден, разминка. Хорошо, двигаемся по сюжету. Используйте маус, чтобы целиться независимо. Ну, я это и так делал. Хорошо, я понял. Нужно маневрировать. Да, сыграй. Кто готов? Я готов. В слово команде отсутствует буква Я, зато она есть победная игра. Хорошо, в общем, мой рыжий чувак пытается всю славу забрать себе и ничего не оставить черному чуваку, поэтому... Я не хочу играть за такого персонажа. Я люблю персонажей честных, ответственных, которые знают, что такое честь, а этот... Как-то не так, так себе. Понятно, он влюбился в женщину, которая выиграла в прошлом году чемпионат. И, в общем-то, появляется такая дилемма. Нужно разбить ей лицо, но при этом я ее люблю. И что же в итоге я выберу? Не знаю, это по сюжету будет видно дальше. Какой-то... Что происходит? Что это за демон? Странно. Да, отлично, это означает, что сегодня мы победим. Коч вне себя, братан. Очаровашка. Вернуть. Должны мы... Заткнись, теперь мы точно станем победителями. Нет, я не собираюсь выигрывать подобным образом. Вот, смотрите, негр-то... Как все делает красиво. Он реально честный, крутой чувак. Вот его я люблю больше. Я бы лучше играл за этого усатого парня. И усы у него классные. А рыжий какой-то, не знаю. Какой-то он совсем уж подлый. Почему мне дали под управление подлого персонажа? Эх, сомнительное братство. Не желая выиграть кубок без боя, два друга пытаются выследить загадочного злодея. Ну, смотрите-ка, рыжий все-таки согласился. Хотя я знаю, почему он согласился, это же его дамочка, поэтому он и пошел. А вот черный парень, потому что... Честь. А, я опять не успел прочитать. Так, что они делают? Что происходит? Давайте попробуем сладкий мед из микроавтобуса. Монстры!
Хиппи, работающая с Дейлом. Защищаете мед. Ой. Ой. Что происходит в этой игре? Она странная. Она, несомненно, очень-очень странная. Хиппи срывают улья с деревьев и выливают мед в мусорку. Еще захватчики, спасайте мед. И да, видимо, сейчас мне придется сражаться с хиппи. И сразу с тремя. Офигеть. Ну, ладно, мы все равно их одолеем. Главное сейчас успеть схватить мяч. Впервые противника. И да, в этот раз все-таки мяч оказался у меня. И опять дамочка уходит первой. Ай, 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 ай. Ай, ой, 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 нет, 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 нет. Эй. Эх, не получается у меня пока хватать мяч. Эх, тут еще и лавочки мешают. Давай мне пас. Я должен управлять всем. Такс. И... Эй, ла-ла-ла, почему он отскочил и попал тебе в руки? А, понятно, он уже был без разгона, потому что... Дай пас, дай пас. Ах, хорошо, прямо по заднице ей. Замечательно. Дальше, ты чувак с гитарой, ты кидал в меня свою гитару, поэтому я буду мстить. Хватай мяч и... Эх, отлично. О, улей можно кинуть. А что это дает? Стоп, что за... Я кинул улей во врага и... И пчелы напали на меня. Что? Это нечестно. А можно ли забрать мяч так просто? Да, врага можно толкать, можно быть нечестным. Ха, ну в принципе это же не чемпионат, поэтому да, я могу халтурить. Тем более хиппи тут были довольно-таки грубыми ребятами, и поэтому они заслуживают смерти. Да, снова произошла аннигиляция, их просто расщепило на атомы. Но меня опять покусали пчелы. Пчелы явно неравнодушны к рыжему. Такс, двигаемся дальше. И схватил. Эх, не схватил. Хотя я вроде бы быстро нажал. Странно, но противник буквально мгновенно хватает мяч в самом начале. Ну, дайте мне мяч. На вражескую территорию я заходить не хочу. Ну, черт побери. Еще и какой-то автобус. Дайте мне мяч-то. Скотина, дай мяч. Боюсь подойти к врагу. Оп, что такое, не нравится, да? Получи. Ах, пчелы. Такс. Давай. Ой, отлично, одного забрал. Хорошо, еще какой-то автобус едет. И, видимо, точно на дорогу выходить не стоит. Иначе может быть беда. Так, с мячик. Оба. И чах. Замечательно, вот это круто. Вау. Вау, дамочка. Ты чё? Лежи лучше на дороге, там намного лучше и уютнее. Ну, в принципе, с хипарями справляемся мы достаточно быстро. Вообще, я люблю хиппи, но здесь они какими-то совсем уж... не крутыми показаны. Неужто я разочаруюсь в хипарях? Оба-на, в этот раз я успел и... Оп! И оп! Вроде бы я начинаю привыкать к управлению и понимаю, как нужно действовать. Отдай мяч. Отдай мяч и получай. Ха! Такс, отлично, сразу одну вынес. Главное самому теперь не пострадать. Ай, пацан, давай вставай. Хорошо. Ух. Такс, ну почему же опять? Черт, что происходит? Да я сейчас могу проиграть. Вот это было безумие с пчелами. Нужно срочно воскрешать рыжего. Ах, а подойти к нему не получается. Так, давай, ну не толкайся. Оп, хорошо. И лучше я буду управлять черненьким чуваком. Так, улей, попробую кинуть улей, чтобы все-таки пчелы атаковали не меня, а... Не, ну это прикол какой-то, да? Это ни в какие ворота не лезет. Гребаные пчелы, все. Собрался и хватай мяч. Пас. Ты нормальный человек? Он вынес меня, вместо того, чтобы дать пас. Спасибо, братан, спасибо. Спасибо. Рыжий творит какую-то чернуху, вот реально. Несомненно. Все, пчелы, нападайте на противника хоть раз. Вот это было красиво. Вот это было реально красиво. Мгновенное уничтожение, буквально в два шага. Пух-пух, и враг повержен. Все, наконец-таки я с хипарями расправился. Так, но тут еще были дополнительные задания. Но их пройти было бы с первого раза действительно невозможно. Выиграть без травм, еще и уничтожить все лавки за один раунд. Это жестко. К тому же, когда кидаю мяч в лавку, отнимается не так уж много здоровья у лавки. Так, сладкая тачка. Хорошо, что дальше? Хиппи что-то защищают в своем микроавтобусе. Время узнать, что они прячут. Ну да, действительно, давайте посмотрим, что они там скрывают от нашего взора. Мы не можем оставить их плавать. Плавать где? Им не слинять с пробитыми колесами. Медовый микроавтобус. И мне придется сражаться с микроавтобусом. Окей. И нужно бросать грибы в микроавтобус. Ну, спасибо.
Спасибо, спасибо, братан. Именно этого я и хотел. Именно этого я и добивался, чтобы ты кинул чертов гриб в меня. Такс. Сколько нужно грибов бросить в микроавтобус, чтобы он наконец-таки взорвался? Ну, в принципе, ничего сложного, если он так и будет продолжать ездить. А-а-а, вот оно как. Оттуда будут время от времени вылазить враги. И причем довольно-таки жесткие враги. Давай пас. Да я вообще по ним попасть не могу, смотрите-ка. Давай. Эх, опять мяч оказался возле врага. На опережение бросил? Нет, ну они реально жесткие. Посмотрите, они еще избивают, забирают мяч. Еще и машина ездит постоянно. Пошел ты. Ай. Нет, ну эти хипари реально очень жесткие. Такс. А, жестяк. Это реально жестко, ребята. Это реально жестко. Они сильные. Может быть, не стоило выбирать такой уровень сложности раньше времени? Да пошли вы. Нужен мяч. Блин, побежал за двумя зайцами, я хотел им мяч схватить и чувака воскресить, и в итоге погиб. Ладно, ребят, на этом все. Если вам понравилось, и если вдруг вы захотите продолжение, ставьте обязательно лайки, и я сниму продолжение этой странной игры. Если же нет, то нет, это ваше право. Ну а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, всем удачи и всем пока. Пока.